кормят нас хорошо. Ну, отлично. Оказали медицинскую помощь. Помощь нормальную, каждый день перематывают. Не бьют, не обижают, ничего. Живем в помещении, тепло. Накормили, напоили. Попал я сюда из блокпоста на окраине Углегорска. Тоже из блокпоста с Углегорска. Там подбили. Вылез. С Углегорска. Это самое. Оказали первую медицинскую помощь. Комбат там обещал 3-4 линии обороны, кинул, получается, вообще на передовую. И сам, наверное, куда-то из смотался. То же самое, как и командир нашего блокпоста с позывным был. И начальство наше просто нас кинуло. На произвол судьбы, то есть майор Сузаряда и полковник Мурованный нас кинули, чтобы снять с собой ответственность и кинуть на произвол судьбы. Генеральские да, полоны. Деньги заработать побольше. Или квартиру. В принципе, все. Не обижают, нормально относятся. Командование на нас забило, и никто нас даже не искал, ни раненых, никого. Военкомат не ходил, не узнавал по поводу нас, что там вообще говорят. Короче, ты мне там звонил Лев Яковлевич. Ну. Так, а военкомат вообще в курсах, что вообще с нами случилось? А Мурованный где там вообще подполковник этот здесь еще находится или уже куда-то смотался? Понятно. Ну так добрым не могу больше разговаривать. Все более-менее нормально, хорошо кормят. Ну все, давайте. Ну да, дали позвонить. Ненадолго. Спасибо им, что дали хоть позвонить. Ну... Не знаю, я еще неизвестно. Ну все, мам, если что, будет возможность, еще позвоню.